Всем привет! Вы на канале Владку, и сейчас мы распаковываем новичка. Да, нашего двуслойного Венома, да. Веном? Владик очень долго ждал, когда же он ему приедет, когда же он его посмотрит. И вот сейчас наконец-то этот момент наступил. Давай! Все, распаковываем. Вот это я ждал долго. Весь скотч собрался в половину. Ого! Запускачка в комплекте. Да, здесь идет запускателем уже. Только белый? Хорошо, потому что наши постоянно ломаются. Только белый, а где черный? Давай. Смотрим. А, вон снизу. Вот. Черный и белый слой все на месте. Давай раскроем, посмотрим получше. Так, вот же наши детали. Наши слои. Я пока запускачку. Наконечник, силовой диск и энергетический слой. Вот здесь он двойной, белый и черный. А и запускатель. Да, и запускатель. Тут надпись Blabla Burst. Новиночка, ну давай раскроешь из кулечка. Знаешь, чем отличается белое от черного, да? Белый, он левосторонний, и он называется стирать. Угу. Черный... Это правосторонний, он называется Веном. Это шестиугольная железка и наконечник. Ну, давай будем смотреть их. Так, ты решил сразу с синергетического, да, посмотреть, какой же он красавчик. Вначале все открою, а потом уже буду объяснять. Вести. Белый слой. Он левосторонний, да? Да. Я запомнила. Самое интересное это для меня. Ну, сейчас посмотрим. Потому что как может быть правый и левосторонний одновременно? Я не могу правосторонний с крышку на левостороннюю рамку одеть. Угу. А тут как-то можно. Угу. То есть энергетический силовой диск может совмещаться и с правой, и с левой энергетическим слоем. Еще это отсоединяется. Ага, вот Владик уже сломал. Я не понял, как его соединить. Вы поняли? Это как у Infinity надо прям наконечник. Вот я и разобрался. Надо нажать, и здесь гачок, а здесь штука, крючок. Которая крючок цепляет. Это цепляет. То надо нажать, а потом опа. Соединилась. Давай соединяй другие слои, посмотрим. Поэтому, наверное, оно и работает, потому что здесь очень интересная конструкция. Стоп, оно было по-другому, оно же было атаковало. Наверное, активируется. Надо ударить по этому. Когда оно прижалось, надо, чтобы ударили по этому, чтобы оно спрыгнуло. Надо ударить. Это дополнительная насадка, вот так вот, чтобы было. Чтобы было вот так вот, провернуло. Но это и есть второй блейд. Здорово. Какой малыш. И она пружинит. Угу. Давай соединяй, посмотрим, как оно соединяется. Соединяется? Жестко? Угу. Ну, давай посмотрим. У тебя же еще есть запускатель. Расскажи, что там с запускателем. Запускатель? Его не надо, как... В прошлой модели переворачивать. Его можно всовывать, как он и был. Ага, двухсторонний. Как у Экскалибурга. Интересно. Ну, давай пробуй запустить. Мы арену не взяли, надо было... Так, правосторонний. Право. О! О, какой, ничего себе. Из арены он сейчас убежит, у нас соседние. Я нажал. Я нажал. Ага. Теперь оно должно слететь, но оно не слетает. Двойной стол, да. Это я зацепила вот так. Здорово. Только она что-то не спрыгивала. Интересно. А давай попробуй с белым слоем посмотрим, как оно работает. А вот это я сразу и хотела. Ну, мне давай. Интересно, как оно на белый. А, вот тут щель. Щель тут поменьше, и зубцов меньше, и
меньше каких-то зубцов этих, зато на два слоя. И на белый, и на черный. На два... На... Рассчитан на два слоя, да? Угу. Ну давай, одевай. Ага. Еще он идет цельным куском. Ага, то есть железки вот только отдельные, как Z, это буквочка Z всякие. Угу. Как у Леонора. Угу. Давай попробуем. Что просто вот так. И вот теперь не здесь, а здесь. Угу. Щель. Правый и урон правый. У него уменьшается из-за этого. Теперь у него 3 хп. И все, и взрыв. Ну давай, собирай дальше. Из-за этого. Силовой теперь. Двойной наконечник, да? Не стоит. Так, теперь в левую сторону. И одеваем. Вот, соскочила. Вот так бы она разлетелась, если бы был повторно. Интересно, а считаете, когда вот малыш еще крутится? Да. Или нет, да? То есть это если с большой это слетел, как у Феникса, а маленький может это выиграть. Это как Феникс. Ну да, я как раз хотела сказать, что это как Феникс или Дед Феникс, это тоже, да? Ага, это один и тот же. Ну что, ты новинку будешь смотреть? Самый прикольный, мне больше всего нравится. Ну да, малыш Блейд. И приятный звук такой. Наверное, не передать. Шариками причем. Наверное, нельзя будет передать камерой. И тут тяжело весики, шарики ставить. Давай новиночку смотреть. Заметил дырочку. О, у него столько мало наклеек. Он и так красивый, и без наклеек. Да. Но все равно мы их не клеим, так это даже плюс. Ну да, они все равно убираются. О, и кто же это? Это водяной дракон какой-то. Да. Точно не Луинор. Вот это да. Но он уже вышел. В 19-м году он уже вышел. Это как раз и есть водный вот тот дракон, да? Который нам не удалось заказать. А смотри, какой золотой наконечник прям к тому силовому диску, да? Угу. Тоже это, в прошлом году уже это можно будет, летом. Это можно будет собрать золотого. Угу, из драгона. Ну, мы и закончим на этой прекрасной ноте. Пока-пока. Пока-пока.